Вот иногда, ребят, так часто бывает, что заходишь в Steam, хочешь скачать себе Resident Evil Village Shadow of Rose, DLC такое, а оно не хочет качаться. Вот так вот внезапно. Не хочет оно качаться, потому что непонятно почему. Вот, по крайней мере, у меня так произошло в Steam. Напишите в комментариях, так ли у вас. А так, всем привет, Костоло здесь. Продолжаем проходить трейлаут. Будем, наверное, на этой неделе до победного идти, до финала, чтобы можно было успокоиться и спокойно чинить на флэт-ауте уже. Вот, значит, в предыдущей серии мы еле-еле справились с заданиями фрау Убер. И сейчас нам нужно набрать 1500 фанатов. 1 500 000, вернее, точнее. Вот. И я в предыдущей серии говорил, что, наверное, скорее всего, я вне записи это все дело пройду. Но я такой подумал, да ладно. Че уж там, да ладно. Я уж один раз так делал, что во время записи это все проходил. Почему, собственно, и здесь не пройти снова. Я даже не знаю, собственно говоря, вообще, что и пройти из этого. В основном так-то вообще не представляю, ей-богу, потому что... Серьезно. Доминацию только есть. Ну, давайте доминацию пройдем. Не дерпи, именно доминацию. Так, у нас есть какие-нибудь вообще новые трассы, я не знаю. Вот торговый центр, например, есть. Склад. А я его проходил? А я его не помню, кстати. Так, но они одинаково дают, сразу говорю, поэтому можно выбрать мороз. И пока только такую тачку. Поехали. Как только мы это дерби пройдем и наберем 1 500 000 фанатов, то приобретем более монструозную тачку, чем это. Наверное, я, скорее всего, все это пройду в дерби. Ну, не в дерби, а в доминацию, в котором нужно просто набирать очки на изи. Все будет отлично. Так. Я правильно понял, фрау Убер будет выступать в следующей доминации в ее битве с боссом на жуке. Серьезно, на жуке. Окей, я понял. Игра медленно, но верно к концу игры начинает сходить с ума. Сама не понимая, что происходит, ей-богу. Так, слушай, смотри-ка. По-моему, мне показалось. Мне почему-то показалось, что Юджи Тян действует читерским способом, и она использует робот ту же самую тачку, что у меня. Я убил фрау Убер, хорош. Ну, короче, фрау Убер будет легко довольно ее пройти в доминации. В дерби, вернее, не в доминации. Поэтому это не составит труда. Если, конечно, не будет какой-нибудь подлянки, подставы. Она это умеет. В этом мы сомневаться не должны. Ни в коем случае. Короче, не получается у меня с Resident Evil Village и с DLC. Не работает почему-то DLC в Steam. Я не знаю, как его, в принципе, включить. Напишите в комментариях, как это сделать. То ли Steam Cloud надо починить, там какая-то у меня произошла проблема с синхронизацией, то ли чё, непонятно. Проще, знаете, подождать торрент, скачать игру с торрента и поиграть, и все. Мне кажется, так проще будет. Да, это будет немного, ну, нечестно, но, блин, у вас есть другие варианты? Я не думаю. Починить Steam Cloud? Ну, тоже такое себе занятие, потому что... Я его никогда не чинил ни разу, это у меня первый раз такое, когда происходит какая-то странная синхронизация, причем именно в этой игре, в остальных играх такого нет. Либо я не посмотрел просто остальные игры, скорее всего, не посмотрел просто остальные игры, поэтому не знаю ничего. Так, Big Cheese ликвидировал. Но почему-то такое ощущение, словно мне это не засчитали, или я не посмотрел, наверное, я не посмотрел. Слушай, а что всех остальных сносят, но я не вижу этого. Вот, да, вот этой надписи, что кто-то еще ликвидировал. Они без меня вот так втихушку сносят, а я и не засчитываются ничего.
как-то странно, ну ладно. Короче, у меня осталось одно деление, одно хп, но у нас очков достаточно, чтобы мы взяли первое место, все. То есть, в принципе, можно сейчас так-то и умереть. Не грех будет. Блин, вот эта музыка, она вообще клёвая, вот, вот именно вот эта песня. Я ее как будто уже где-то ранее слышал. То ли в меме в каком-то, то ли в другой игре я слышал. У меня есть такие, знаете, флешбеки. Где она? Вот она мне нужна. Блин, да что она не вздыхает? Так, нет, только не бумер. Бумер пока рано еще. Бумер еще рано. Вот мне она нужна. Да блин, я едва ее касаюсь, охренеть. Так, как ее зацепить? Так, Джо Бумер, ты занимайся Бентоном, а я займусь вот этой вот. Все! Писечка осталась. Вот так. Вот так. Ну, тут была битва не на равных, увы. Битва была не на равных. А Джек Бентон жив, да, еще пока? Да, Джек Бентон был еще жив. Но, тем не менее, 24 тысячи, это отлично. 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 В принципе, можно еще один подобный заход сделать. И фанатов у нас будет как раз прибавятся фанаты. Так, донаты. Спасибо. Так, что у нас? Ну, вариантов особо немного, поэтому возьмем. Трансляцию давайте попробуем, но она как-то очень странно работает. Она как будто то ли работает, то ли она не работает. Я не понимаю. Я даже не знаю, на какие клавиши нажимать, чтобы она работала. Вот сейчас я на что нажал, я даже не понял. Я серьезно, я даже не понял, на что я сейчас нажал. Ну ладно. То есть я нажимаю на стрелочки, и на мышку, и на все на свете. Я не понимаю, как это работает. Это либо работает, либо не работает. У меня почему-то возникает ощущение, что это нифига не работает. Так, слушайте, давайте еще доминацию, еще. Но на какой-нибудь такой другой трассе. То есть у нас был Петербург, а сейчас давайте в торговом центре. Why not? Why not? Ну все, сейчас еще один заход в доминации. И можем приступать к битве с боссом. Ох, ни хрена себе. Ох, ни хрена себе. Ох, ни хрена себе. Все. Икеи больше нет. Скажем так. О, еще это. И это еще и под потолком. Охренеть. То есть, это даже, знаете, не под потолком, а в закрытом пространстве. Если у нас всю игру почти мы проходили чисто в открытом пространстве, то все это первая, походу, единственная локация, которая проходит в закрытом, наоборот. Потому что есть потолок. Ой, мама. Я даже не вижу, где мои враги. Точнее, вижу, но здесь столько мусора, что хрен поймешь, что есть что. Еще я падаю и начинаю вот крутиться на месте. Ну ладно. Ой. Ой, ой. Вот опять, что это? Вот что это происходит? Что это такое? Блин. Юджитян, задолбала. Бесишь меня. Честно, ты меня бесишь. Так, Иван Комбат Мазила. А вот Джо Бумер, конечно, читер. Окей. А Фрэнка Вудса чуть-чуть поранили. Бига Чиза можно добить. Куда удачи? Куда удачи? Кто там говорил удачи? Вам на даче. Ой, блин. Меня к потолку пришвартовал. Блин. Зря нажал. Ну ладно. Да хитрит Мадрид. И все идет пока не в мою пользу. Но Юджитян почти уничтожен. Это хорошо. Не-е-е-е, бесполезно. Юджитян. Нет. Вот она.
Она была моя! Big Cheese! Блин. Короче, сейчас кто-то возьмет Юджитян. Стопудово, смотрите. И это буду не я. Вот Big Cheese мой. Отлично. Юджитян моя. Наверное. Но почему-то как будто не засчитали. Ладно. Это вообще нормально, что несмотря на то, что я стараюсь больше, все равно Юджитян все дается. Воу-воу-воу, что происходит? Спокойно. Так, секунду. Так, подождите. У меня что-то как будто игра свернулась или типа того. Я не знаю, ребят, что произошло. Ладно, окей. Продолжаем. На первое место я вышел. И сейчас уйду. Ушел. Меня даже толком не показали, ну и ладно. Все равно первое место я завоевал. Отлично. Все. Нужное количество фанатов набрали. Заодно сейчас можем приобрести себе новый джип для дерби. О, еще и это получили. Круто. Заставь врага выйти 5 раз из-за его машины. Ну, давай возьмем. Все равно это придется долго проходить, ну и ладно. Ну что, новую машину пойдем приобретать. Вперед. Для дерби новая машина. Сейчас поглядим, где она. Вот она. G-Stalker. Новая машина для дерби. Как раз можем ее протестить в этом. И Walker GT, который может заменить нам легко вот эту вот Галю. Которая приора. Отлично. Все. Сейчас, значит, те машины продаем и заменяем их на вот эти вот более крутые их аналоги. Let's go. Ага. Рано я обрадовался, как всегда. Окей. Ну ладно. Пускай тогда они просто валяются. Окей. Хорошо. Мы поняли. Поняли, приняли, употребили. Окей. Хорошо. А G, это тогда сколько стоить будет? Доход, наверное, скорее всего, ровно точно так же. Поэтому, наверное, скорее всего, мы не пойдем сейчас в мастерскую, а пойдем проходить Соню. Ой, Соню, говорю, фрау Убер. Поехали. Итак. Берлин. Поехали. Прорыв сначала будет. Естественно, на приоре. Поехали. Ну, то, что игра вылетит посреди загрузки, этого стоило ждать. Перезапуск. Перезапуск. Так. Красивые пейзажи. И, по-моему, знакомая трасса. По-моему, такой ездил. Или не ездил. Олени, природа. Слушай, все красиво. Все выглядит отлично. Вот фрау Убер. Что-то звука, правда, этих... А вот все есть. Смотри, короче, как сочетается красный против синего. И Джек Бентон. Ну, очевидно. Это было очевидно. То, что они мутят вместе, это было очевидно. Это было еще очевидно, когда мы сражались с Сони Мас. Боумай. То есть это было... Ой, мама. То есть это было понятно еще тогда. О, господи. Начинается, блин. Хренотень. Ладно, окей. Собрались, поехали. Наша задача их сейчас обогнать. Как-то их перегнать и... Здрасте, приехали. Ребятки этого... Биг Чиза. И ребятки Сони Мас, давайте помогайте.
Так. Так, фрау соснула. Отлично. Так, бегом, 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 они в меня стреляют. Ребятки, Sony Mass, помогайте срочно. Они мне сейчас все хп снесут и все. Я не понимаю, как работает местная нахрен полиция. Я не понимаю. Она не работает от слова совсем. Такое, знаете, возникает ощущение, что в какой-то момент они просто решили все на меня повалиться. И эти, и те, и третий. Охренеть. Ой, я не туда нажал, зашибись. Вот честно, ребят, это только так я могу. Вот только я так могу. Взять и вместо рестарта нажать продолжить. Замечательно. Сейчас еще игра вылетит, не дай бог. Ну, ожидать можно чего угодно. Так, пытка вторая. Поехали. Че, поехали, поехали, все. Попробуем, конечно, сейчас снова не попасться под обстрел. Сами знаете кого. Людей Игчиза. Иксмоука. Точнее говоря. Да блин, что ее заносит на прыжка? Так, бревна, 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 бревна. Отлично. Так, вылетел, 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 вылетел. Он вылетел. Он куда-то вылетел. Вылетел, вон он. Я видел, он вылетел куда-то. Блин. Давай, 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 давай. Скорее! Меня стреляют. Ничего не вижу. О, еще вовремя, конечно, ты решил. Скорее, скорее, скорее. Еще, конечно, начало гонки, я все понимаю, но блин. Сука. Блин! Они не по мне стреляют, слава богу. Они стреляют не по мне. Но они стреляют по мне! И у меня осталось мало хп. И еще надо догнать фраубе. Слушай, ну это круто. Даже слишком круто. Я второй раз! Второй раз! Чтобы вы понимали, Булкин это прошел с одного раза. Я пытаюсь пройти с третьего. Это уровень нахрен, просто уровень. Так, окей, игра не вылетела, это уже хорошо. Это уже хорошо. Поэтому поехали. Так, обойдем. Раз он здесь решил нам поджечь. Так, сейчас главное бревна идти. А, хотя вон, смотри. И бревна. Во. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Это не страшно. Ну, чуть-чуть. Так. Так. Отлично. Нет, не отлично. Плохо, плохо, плохо. Очень плохо. А знаете, в чем главный прикол от этих бандитов, бичиза? От них невозможно увернуться. Никак. Вообще никак. Их можно только уничтожить. Но уничтожением непосредственно занимаются солдаты Sony Mass. Сейчас, секунду. Надо отключить сейчас интернет, потому что сейчас мне будет... мешать телефон. Так, все, сейчас спокойно едем. Просто никуда не торопимся. Никуда не торопимся. Потому что сейчас у меня хп осталось вообще очень мало. Тупо никуда не торопимся. Только если появляются солдаты Бичиза. Вот как сейчас, например. Ускоряемся максимально. Вот так, спасибо. Так, тоннель. О, еще бы, конечно, врезаться в тоннеле. Это будет вообще просто мега-супер-шик нахрен. Так кто впереди? Нет, не будет. Окей.
все, едем спокойно. У нас всего одно хп осталось. Еще и сам Биг Чиз объявился. Со своей музыкой громкой, твою мать. А знаете, почему это происходит? Потому что солдаты Биг Чиза меня каким-то хреном вылавливают, расстреливают половину хп, и я не могу доехать из-за этого. Вот в чем прикол. Потому что здесь солдаты Биг Чиза. И все. Перепрошел еще несколько раз этот уровень, дошел до того момента, где меня в прошлый раз убили. И полоска жизни у меня сейчас пока что стабильная. Но Биг Чиз может, конечно, сейчас все испортить. Ну, пока он не испортит. Давай, Соня, прояви себя. Спасибо, я не это имел в виду. Но, тем не менее, все равно спасибо. Мама, 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 где она? Зови меня, фрау. О, тебя еще тут только не хватало, конечно, для полной картины. Спасибо. Вовремя. Вовремя. Томас, паровозик приехал. Фрау Убер со мной едет. Давай скорее. Давай. Есть. Поймите меня, ребят, правильно. Эта миссия, она веселая, очень крутая и очень напряженная. Потому что в тебя со всех сторон стреляют. Тебя со всех сторон взрывают. Ты всеми фибрами души пытаешься, сука, выжить. И я выжил. Сейчас остается только пройти дерби, но это совсем легко. Это совсем легко. Мы уже знаем, на какой машине едет фрау Убер. Это не составит труда. Абсолютно. Мастер. А, вот, все, окей. Мутки. А вот и наши подопечные. Так, ребят, я сейчас очень сильно боялся, что у меня игра опять вылетит, потому что начались эти разрывы по рации. Это было, конечно, прям вот, ну, серьезно. Вот. Так, ну все, значит, осталось еще поднабрать фанатов, и можно брать новые тачки. Перебери. Все, отлично. Поднакапливаем, едем дальше. Все, остается у нас дерби. Let's go. Тут, к сожалению, новой тачкой воспользоваться не получится, поэтому будем иметь, то, что мы имеем. Поехали. Итак, Берлин. Ага, вот как мы, значит, пошли. Я понял. Все, окей. В ничью, в нечестную пошли игру. Окей, я понял. Разоблачать будем. Но, в принципе, они все хлипенькие, так что, в принципе, можно давить их все. Но в какой из них сидит Убер? Ну, на самом деле, они одинаковые все. Поэтому легче их просто разбомбить все разом. Тем более, они особо на меня не агрятся. Как вы можете заметить, они на меня особо не агрятся, не едут за мной, поэтому, в принципе, можно раскидать всех. Но если у нас получится выбить именно фрау, тогда это отлично. Но, правда, я ее пока не вижу. Но они реально не агрятся на меня, они просто сами с собой едут, все. Так что можно, в принципе, пока пораскидать их все. Конечно, это тратит мое здоровье, но да ладно, у меня прочность вроде бы высокая, поэтому не жалуюсь, так вот. Блин, но я пока не вижу. Я пока не вижу настоящую фрау.
На карте она подсвечена ярко-красным. Вот я вижу. То есть получается, это вот та, которая сейчас на меня ездила. Вот она в углу находится, вот она. Это настоящая фрау. Она подсвечена на карте ярко-красным. Я опять ее не вижу. Ну, ребят. Тут обсуждать нечего. Серьезно. Обсуждать абсолютно нечего. Это был неравный для нее бой. Абсолютно. Она знала, на что она идет. Она знала, что она выбирает. И получила по заслугам. Все. Серьезно, обсуждать реально нечего. Все. Просто все. Ушатал, угомонил. Ну что, неудачники, я вас порвал, как тузик грелку. Опа, и кто к нам колеса катит? Остался только Уц. А, хер с резинкой, ничего, молчу. Конечно же, тебе не рассказал. Что ты уже проиграл Уцу в прошлом, и все это знают. Ладно, пойдемте, пусть веселятся. И в этот раз ты не в курсе. Ладно, я не смог тебя уберечь от этого. Ты уже был здесь. Что? В общем, ты не в первый раз участвуешь в фестивале. У тебя были такие же успехи. Тебя любили, уважали. Ты добрался до Уца, но что-то произошло. Твою машину было вообще не узнать. Ты чудом выжил, восстанавливался. Этот остров без камер и людей... Говорят, Вуд стемнит на этом острове. Поэтому власти и полиция уже заинтересованы. И все ставят на то, что ты победишь в этот раз. И сместишь Вудса с первого места. Черт подери! Михалыч, это снова будет подставой. Женька! Да я же уберечь тебя хотел. И ты молчал все это время, пока остальные надсмеивались надо мной. Я этого и боялся. Что тебя не остановить. Иди... Иди нахрен отсюда! Пошел отсюда! Вудза нужно убрать! Вместе! Он заслужил! Пойду я! Удачи! Чертов Вудза! Теперь я уже помню! Ничего, я уже близко! Месть близка! Санта-Барбара просто нахрен отдыхает, честное слово! Во-первых, почему не соответствуют диалоги и озвучки? Ну ладно, имеется в виду субтитры и озвучка. Ну ладно, окей, это типа для зарубежного релиза и всякое такое, окей. Но блин, почему, серьезно, давайте будем честны, почему все сторонние персонажи, то есть враги Михалыча, они убого очень озвучены? Вы уж извините, здесь... Нормально озвучен Женька и нормально озвучен сам Михалыч. Все. Все остальные озвучены убого. Особенно фрау Убер. Вы сейчас слышали ее голос. И вы понимаете, о чем я говорю. Я-то уж точно знаю, о чем я говорю. Ладно. Все. Самое сложное позади. Но very, сука, сложное еще впереди. Это Джек Бентон. Он же Фрэнк Вудс. Так, донаты. Вперед. Достижения. Вперед. Итак, коллектор. Покупить 14 автомобилей. Перевести 30 км в час. Победить фрау Убер. Круто. Плохая девочка. Мы всех плохих девочек уже наказали. Теперь у нас остался вот Фрэнк Вудс. Собери все достижения. Интерстеллар получи. Райно. Биг Смокер какой-то Т-11, купи 21 автомобиль, финишируй первым 50 раз. Это будет сложно, особенно когда уже конец игры. Итак, это можно сейчас, в принципе, продать, потому что сейчас мы пересядем на более крутой джип. Благо сейчас наверняка доступен кузов, да. Для дерби имеется в виду. Все. Сейчас это будет просто танк. То, что мы сейчас сконструируем, это будет танк.
просто невероятнейший танк. Танк, само собой, на колесах. Давай первый раз применим другие шины. Первый раз. Все. Ну, по сути, прочность так-то она ничем не отличается. Но... Ну и хрен с ним. Ну и хрен с ним. Отлично. Все. Тачку для дерби мы собрали. Теперь сейчас посмотрим, можем ли мы собрать сейчас тачку для гонок. Новую тачку для гонок. Итак, смотрим. Поехали. Walker GT. Поехали. Заодно продадим приору. Хотя, в принципе, ее можно так-то не продавать, потому что у меня же еще есть ячейки для того, чтобы можно было приобретать новые машины. Продаю их только, чтобы повысить свою валюту. Чтобы можно было... как вам объяснить? Чтобы можно было покупать более дорогие машины. В общем, давайте улучшаем. Сейчас мы ее заодно испытаем на гонке. Улучшаем так, чтобы она просто-напросто летела, как Ламба Влада А4 в его песне. Если вы понимаете, о чем я. Так, давайте какие-нибудь такие, знаете, вот, отличненькие колеса возьмем. Ну и покрасим ее соответствующе. Здесь придется, к сожалению, копировать Букина, потому что рынок автомобилей класса А, увы, не богат, к сожалению. Поэтому приходится иметь дело с тем, что, ну, имеем. Итак, 2 миллиона фанатов нужно собрать для Фрэнка Вудса. Поехали. А, вот оно еще как. Мы еще не можем, оказывается, открывать новые испытания, пока не наберем достаточное количество фанатов. Вот здорово. Как поменялись правила игры. Ух ты, ух ты. Доминация. Начнем с испытания Walker GT. Посмотрим, насколько она будет более крепкой, чем наш предыдущий образец. Поехали. Так. Ну что, мой новый танк. Покажи себя во всей красе. Let's go. Так. Ну... Пока все начинается, в принципе, стандарт. Пока ничего нового я для себя здесь не увидел. Пока все выглядит так, как будто я машину не менял. Вот зачем я наехал на эти, ну ладно. Ну, он чуть покрепче, чем предыдущий образец, но все равно страдает той же херней. Поэтому как будто бы я и не пересаживался, честно. Но я надеюсь, он будет более вынослив и будет более набирать очки. Я надеюсь. Мы сейчас убьем гораздо больше противников. Что маловероятно, но... Если может быть. Я ни хера не вижу Юджитян. Вот она. Сейчас мы ее, в принципе, можем добить. Фаупер, не лезь ко мне под руку. Убил ее Джубумер, да? Ясно, понятно. Убил ее, сука, Джубумер. Молодец. Молодец. Ты убил ту цель, которую очень легко, блин, в этой игре, сука, было убить. Охренеть. Просто охренеть. Вы сами видите, ребят, что происходит. Тут и комментировать-то особо незачем. Я, вот серьезно, это просто танк. Ну почти. Блин, вот Биг Чиз был бы сейчас мой. Мой Биг Чиз. Блин. Ну ладно. Ну ладно, хрен с ним. Давай сейчас посмотрим, может быть. Сейчас будет все довольно круто. Да, все будет довольно круто, отлично. Никто не перегоняет меня в доминациях. Никто.
просто взбодрились, собрались и стремительно идем к финалу. Стремительными, быстрыми шагами идем к финалу. Новое достижение появилось. Купите 14 автомобилей. Отлично. Круто. Круто. Все. Дальше идем. Следующее испытание. Монокласс. Поехали. Посмотрим, что нам в этот раз сегодня он приготовил. Окей. Сумел монокласс меня удивить. Олдскулом. Олдскулы свел. Меня монокласс. Потому что едем на довольно-таки классических, не знаю, мустанги, не мустанги ли. Потому что я вот в таких, я особо, честно сказать, не разбираюсь. Но тем не менее едем два круга на знакомой трассе, которую мы уже один раз проходили. Трасса, по-моему, довольно длинная. И поэтому мы здесь надолго. Хорошо ли это или плохо, решать лично вам. У меня сейчас, вот, я мне не до этого. Потому что меня сзади преследуют все, кому, сука, не лень. Начиная с самых назойливых и заканчивая самыми придурочными и изишными. Это про Ивана Комрада речь. Поскорее уже на самом деле хочется закончить с этой игрой и начать проходить действительно то, что я лично готов с удовольствием пройти до конца. То есть, давайте так скажу. Удовольствие от прохождения Трейлаут у меня были, но не такие сильные, как во Флутаут. Понятно, что я сейчас сравниваю старенькую игру 7-8 года с игрой 2022. Но это, скажем так, присуще всем играм тех лет, что мы их зачастую перепроходим, и перепроходим еще и в плане ремастера. И это прекрасно. Просто прекрасно. Я ничего не имею против. Но давайте так, скажем так. Действительно ли эта игра хорошая? Несомненно. Крутая ли эта игра? Да. Но смогла ли она переплюнуть Flatout? Скажем так, и да, и нет. Потому что у этой игры есть свои как плюсы, так и минусы. Из минусов можно, конечно, выделить, ну, самый яркий, мне кажется, минус в этой игре — это то, что игра очень часто у меня вылетала. Но это присуще абсолютно любой игре. Неважно, гонки, стратегии, квесты. Так, сейчас меня догонит Иван Комрад. Уже догнал. Козлина. Ну ладно. Ничего, сейчас он тоже рано или поздно где-то ошибется. Ну, я как будто знал. Ну, почти. Окей, я ошибся на самом деле. Сейчас мы его перегоним. Спокойно. Не переживаем. Не переживаем. Спокойно едем. Гонка долгая. Он тоже рано или поздно где-нибудь ошибется. Потому что искусственный интеллект, хоть и он и умный, но тем не менее он все равно ошибается тоже. Зачастую. Вот как сейчас, например. Главное, чтобы моя тачка просто не развалилась. Поэтому надо быть поаккуратнее чуть-чуть.
А ведь дальше нас ждет еще кросс. Вот там начнется полная жесть, потому что мы там на полную испытаем нашу новую гоночную дачу. Слушай, ну она реально долгая. Мы проходим эту гонку уже 4 минуты. А времени прошло... А играется так, будто прошло 2 минуты. Серьезно. Лично у меня вот именно вот такое сейчас происходит ощущение, что прошло 4, а выглядит так, будто это 2. Удивительно. Просто удивительно. Почти 5 минут. Ну, учитывая, что, конечно, что я еще и разбивался парочку раз. И сам, и из-за кое-кого. Блин, еще бы, конечно, в невидимую текстуру упереться. Но у меня уже тачка горит, поэтому надо поаккуратнее сейчас ехать, несмотря на то, что меня сейчас преследует Иван Комрад. Вот так внезапно. Меня преследуют самые слабые юниты в игре. Они как будто, знаешь, пересели на новые тачки и начали потихонечку реабилитироваться. Юджи Тян в дерби стало крепче. Иван Комрад стал меня догонять. У меня вот тоже какие-то сейчас пошли какие-то эффекты странные. Вон, видите, какие-то светотени пошли уже из машины. Ну ладно, короче. Турбо мы сейчас не используем. И просто едем спокойно. Потому что жизни у нас осталось очень мало. Врезаться нельзя. А перепроходить-то я точно не хочу. Всеми фибрами души. Так, тихо. Тихо. Не выеживаемся, Сейчас самое главное, чтобы нас не догнал Иван Комрад. Так, по той трассе мы уже ехали, поедем сюда. Мага тут уже ездили, он, я вижу. Судя по обломкам. Так, у меня, короче, что-то уже двигатель вон сломался. То есть я не смогу набрать будет достаточно максимальную скорость. Но она у меня вроде и так есть. Так что зачем она, в принципе, мне нужна эта максимальная скорость. Так, типа. Меня потихонечку догоняет Иван Комрад. Надо ехать чуть побыстрее, чем обычно. Но при этом не перебарщивать. Иначе я могу вылететь. Юджи Тян он тоже догоняет. Но, конечно, она тоже ошибается. Сейчас главное мне под экскаватор не попасть. Вот он. Все отлично. Не попали, к счастью. Тихо. Спокойно. Все, не нажимаем на дрифт. То есть на нитро не нажимаем. Дрифт, нитро не нажимаем. Не нажимаем, все, сидим спокойно. Спокойно едем, потому что сейчас очень все напряженно. Сейчас одна моя ошибка может стоить всего. Поэтому спокойно, просто спокойно. Спокойно, просто спокойно. Тихо. Тихо. Не перегоняем, просто не перегоняем. Фрау Убер уничтожена. Удивительно. Держим первую позицию, не выеживаемся. То, что уничтожена фрау Убер, это мне дает, наоборот, стимул ехать дальше и побеждать. Тем более, я уже почти набрал 60 тысяч фанатов. Новых. Так. Да. Просто потому, что я удерживаю первое место. Спокойно. Там камни. Не надо. Не надо. Тихо. Не ускоряемся пока. Не ускоряемся. Ускоряться не надо. Ускоряться я бы здесь не советовал ни в коем случае. Все, отлично. Мы уже почти приехали. Блин, меня занесло немножечко.
Все, тихо. Тихо. Тише. Сейчас доедем. Спокойно. Что-то у меня немножко подлагивает игра, но играть с ним. Так, кто-то уже вон поджег, я вижу. Ну хрен с ним. О, мама. А вот это вот сейчас было опасно, ребят. Будь у меня сейчас меньше хп, я бы на этом огне бы просто взорвался, честно. Но вы сами видели, что произошло. Можно вздохнуть с облегчением. Продолжаем. Чё? Не нажал? Нет? А, вот, всё, окей. Просто, ребят, поймите сейчас меня правильно. Подобная задержка, она уже в игре была, и поэтому я думал, что сейчас, как только я нажму продолжить, будет катсцена. Нифига. Катсцены пока нет, окей. Пока все отлично. Постав, что нового? Донаты. Окей. Спасибо. Так, подожди, я еще секундомер свой не завел. Отлично. Фух. Я испугался просто-напросто, ей-богу. Так, новые испытания появились. Снова доминация, снова монокласс. И побег. Жопоразрывательный побег и не менее жопоразрывательный кросс на той самой трассе, которая Большое Кольцо. Сейчас я не буду удивлен, если опять уедет вперед фрау Убер. Вообще не буду удивлен. Испытываем Локи GT. Поехали. Миссия, к счастью, не вылетела. Но, тем не менее. Поехали. Итак, смотрим, кто сейчас будет впереди. Все сидим за этой красной машиной. Сука, я как будто знал, честно, я как будто знал, что так именно и будет. Я, вот, честно, я, блин, детка Ванга, честно. Окей. Но это временно. Это временно, ребят. Так, я не знаю, что у меня появились за баги с тем, что у меня появились какие-то сзади призраки. Я это абсолютно не понимаю, ну ладно. Пока, ребят, расслабляться рано. Вот когда будет последний круг, можно чуть-чуть, но расслабиться. А пока расслабляться рано, потому что, во-первых, меня обгоняет Юджитян, пытается. А во-вторых, окей, это было неожиданно. А знаете, почему это было неожиданно? Потому что я очень вовремя увернулся в самом начале от потока столкновений между гонщиками. Вот и все. Вот и все. Я даже нитро не использую, самое интересное. У меня его и нет. У меня его просто нет, нитро. Хотя, вообще-то, я наоборот его краски прокачал до высокого уровня. Но у меня его нет. Вообще. Сейчас самое главное просто темп этой гонки не потерять. Вот как сейчас, например, я вот потерял темп. И меня может обойти Юджитян. Все. Все. Вот. Вот. То, о чем я сказал. Одна ошибка. Одна ошибка. И ты потерял все. И Юджитян на коне. Все. Одна ошибка. Вот то, о чем я, ребят, говорил. Стоило мне неправильно развернуться, неправильно повернуться, отвлечься на что-либо. И все. Я потерял. Лидерство потерял легко. Сейчас, конечно, будет очень удивительно, если я возьму лидерство. Нет, не возьму.
не взял. Отдал победу врагу. Ну ладно. Ну ладно. Не в мою пользу, потому что я отвлекся. Окей. Вообще я рассчитывал на то, что она врежется в стену. Давайте будем честны. Но с другой стороны... Ну окей, ладно, не первый раз на самом деле побеждает Юджитян. Поэтому, окей. Пускай побудет в минуте своей недолгой, но славы. Достижение новое появилось. Я даже догадываюсь, какое. Я так и думал. Я так, сука, и думал. Это было ожидаемо. Так, что у нас еще осталось из достижений? Давайте посмотрим. Так, у нас осталось 4 достижения. Победи Фрэнка Вудса, собери все достижения. Купите 21 автомобиль. Финишируй первый 50 раз. Окей. Это будет сложно, но возможно. Моя любимая доминация вновь вернулась. Но я хочу сначала завершить побег. Потому что вот монокласс и доминация — это менее жопоразрывательно, чем побег. Вот побег — это вот прям вот эпик фейл. Ой, потому что я ни один побег не могу нормально завершить. Ни один. Только один раз я пришел первым. Только один раз. А в этот раз может все обернуться наоборот против меня. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Ну чё, погнали. Нашу жопоразрывательность. Ожидать можно реально чего угодно. Потому что там же еще, ну, этот трактор злободневный. Окей. Это была случайность. Не закономерность. Ни разу. Джо бумер. Ушел в минус. Так что самое главное здесь не вылететь в эту воду. Отлично. И все. И спокойно едем дальше. Тихо. Не надо. Не надо. Вот, по-моему, кстати, здесь мы первый раз и прошли идеально ликвидатор. По-моему, первый раз здесь прошли идеально. Так, сейчас, ребят, секунду, я хочу кое-какое дело сделать, потому что иначе меня совесть замучает. Так, чувак пока не пришел, это хорошо. Обчистим. Все, поехали дальше. Это как-то странно звучит. Я не поставил секундомер, кстати говоря. Вовремя вышел. Вовремя вышел. Тихо. То, что вы сейчас, то, что сейчас, ребят, случилось, это просто череда случайностей. Я к этому готов не был. Ни разу. К тому, что Джо Бумер умрет, я к этому готов не был. Просто не был. То есть, блин, что случилось? Почему меня разворачивает? Да что такое? Харе дрифтить! Спасибо, Фрау. Я не знаю, что у меня происходит, почему меня он внезапно начал дрифтить. Серьезно? Вы понимаете, ребят, что сейчас произошло? Меня остановили рельсы. Меня просто остановили рельсы. Об которой я спокойно проезжал трассу, одну трассу назад. Я в шоке. Я просто нахер в шоке.
Во-первых, от того, что я не справился с управлением. Раз. Меня остановили рельсы. Два. Или это был невидимый поезд, я не знаю. И фрау Упер впереди. Это три. Все. Я как сам. Я потерял свое лидерство. Моментально. Потому что стоило мне занестись и удариться об... Окей. По-моему, это была машина сейчас Джобумера. И я ему очень сильно благодарен сейчас. Так, вон там стоит этот, по-моему. Джек Бентон. Я его сейчас мог сбить, но он стоит довольно-таки на краю, поэтому мне сейчас будет не до этого. Идеально прохожу камни. Я вам скажу. Тихо-тихо-тихо так. Все. Все, сейчас наша задача удержать лидерство. Дождаться, когда пустится ракета. И все. И быть на чиле. Все, 10 секунд еще, ребят. 10 секунд, все. Все, и можно чилить. Все. Можно чилить. Мне помогла не какая-то определенная тактика, а просто череда совершенных случайностей. Таких было две штуки. И вы их сами прекрасно видели. Так, короче, у нас осталось еще две трассы для того, чтобы можно было закончить серию. Мы можем сейчас, в принципе, сделать оба. Ну, привет, Михалыч. Чего приперлись? Открой. Зачем это? Открой. Вдруг думать начнешь. О-хо-хо. О, это дело чести, Вудс. Деньгами ты всего не купишь. Сюрприз, мазафака! Я же говорил, здесь будет опасно. Надеюсь, ты понял, что в этот раз это точно твой последний фестиваль в жизни. Ну что, друзья, игры кончились. Теперь все стало серьезно. Во-первых, удивлен тем, что внезапно есть мем. Surprise, motherfucker! А во-вторых, сейчас я хочу дальнейшее испытание для того, чтобы можно было закончить серию, пройти немного в обратную сторону. Это я о чем? Это я о том, что у нас остались... Так, вот здесь давайте посмотрим, что у нас есть. Ну прорыв это гонка, монокласс, доминация, кросс и опять побег. Твою мать, я ненавижу побеги, блин, ей-богу, серьезно. Ладно, короче, монокласс и доминацию. Сейчас допройдем и пока на этом закончим, я думаю. Так, монокласс. Покажи свой класс. Ага. Окей, я понял. Олдскул у нас продолжается. Только теперь еще больше олдскул, чем в прошлый раз. В прошлый раз у нас хотя бы был довольно уважаемый олдскул. Сейчас это просто неожиданный олдскул.
Но гоняет он довольно быстро. Ну? Ну или не очень. В любом случае, Джек Бентон, тот, который сейчас нас припугнул, он впереди. Зато игра оправдала подзаголовок. Your Last Festival. Ойма! 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 Ну все понятно. Легче было сделать вот так. Намного легче. Чем попытаться развернуться, корячиться. Нахер. Серьезно, легче сделать так. И боль, и не более. Замечательно, кто-то трубу разрушил. Спасибо. Неважно, кто из вас двоих. Ой, мама, ну все понятно. Серьезно, это намного легче. Намного легче. Если в игре это предоставляется, почему я не могу этим воспользоваться? Могу и хочу. Понятное дело, что уже все. Фрэнка Вудса уже не догнать. Это бесполезно. Но можно хотя бы попробовать завоевать второе место. Благо, сейчас это будет как раз необходимо. Соня Мас меня догоняет. Уже догнала. Тихо. Да, Соню Мас догонять. Надо Соню Мас срочно догонять. Хотя бы завоюем третье место. Уже не будем претендовать на первое. Хотя бы трешку. Сейчас самое главное вот здесь вот опять не ошибиться, как в прошлый раз. Не ошибся, но все равно не догнал. Поэтому давай вперед, Михалыч. Последний круг. Пожалуйста, спаси его. Соня Мас поняла, что со мной тягаться бесполезно. И решила пожертвовать собой ради того, чтобы... А, еще и Михалыч. Ой, Михалыч, говорю. Ивана Комарда за собой прихватила. Спасибо. Все. Фрэнк Вудс уже впереди. Он уже начал прям на ходу открывать шампанское. Я уже более чем уверен, поэтому... Про первое место можно забыть. Нам оно ни к чему. Так, внезапно огонь можно потушить. Круто. То есть можно было и на ходу потушить огонь, и с помощью воды. Развенчали типа миф. Прикольно. Прикольно. Не, серьезно, прикольно. Ну, короче. Вот с самого начала. У него с самого начала была какая-то тактика, и он ее придерживался. У меня ее не было. Мне просто хотелось, чтобы это... Мне просто хотелось, чтобы мне везло. Не получилось. Не в этот раз. Ну все, ребят, закончим эту карусель безумия. Тем, что мы пройдем сейчас дерби. Все. Завершим сегодня на дерби. И в следующей серии будем проходить вот эту вот всю жесть. И мы начнем с побега. А пока доминация. На GT Stalker. Поехали. Ну все, ребят, достаем пачечку пышечек. Садимся за руль, пыхтим и расслабляемся. Потому что здесь особо думать, продумывать, переживать не придется. Здесь просто едешь, давишь, ломаешь. В общем, выносишь на всех участников свою ярость, ненависть и прочее. Окей, это было не предусмотрено, но тем не менее. Это блистательно, это гениально.
Окей, это тоже было не предусмотрительно. Но это круто. Круто, просто круто, ребят. Я просто сейчас свечусь от счастья. Но несчастья будут впереди, в следующей серии. Это ловушка для Юджитян. Скоро будет эта ловушка для Сони. Ну, окей, не совсем. О! Блин, Биг Чиз, ты мне всю малину испортил. И кто-то мне испортил малину. What the fuck? Это что, меня так взрывной волной унесло, что ли? Видимо, да. Так, где? Где там? Нихера не вижу. Какой таймер контакта? Не-не-не. Секунду, таймер контакта. Я тебе дам таймер контакта. Подожди. Где? Да, конечно. Фрэнкфурт, пошел в жопу. Пошел-ка ты в жопку. Ну, начинается. Понятно. Так, ты мой. Ты мой. Сука. Да коснулся я. Вот. Ну ладно, осталось у меня всего ничего, поэтому, Фрэнк, держи. Все, это тебе. Был от меня такой подарочек. Отлично. Это было ожидаемо. Типа, знаете, даже вспомнилась классическая лови аптечку для Фрэнка Вудса. Так, ну все, пока сегодня с испытаниями хватит, в следующей серии мы с вами продолжим. Так, сейчас давайте посмотрим, можно ли будет сейчас обновить автопарк. Что, новые появились? Да ладно, окей, хорошо. Ладно, окей, хорошо. Так, значит, давайте посмотрим, обновился ли автопарк. Появились ли более крутые машины, чем те, что у меня есть? Если да, мы их сейчас можем, в принципе, приобрести. Охренеть. Просто охренеть. Вау, нахрен. Кажется, появился достойный конкурент моему внедорожнику. Да и вообще, в принципе, это может машина быть как гоночной, так и для... Ага, обрадовался я. Да, конечно, я понял. Не, ну на самом деле немного-то осталось, поэтому окей, пускай пока просто поваляется. Ведь как только мы наберем новых фанатов, мы ее испытаем тоже. На этом и все.